набора классных игроков. Ну, то есть результат обеспечили игроки группы атаки? Нет. Вся команда обеспечила результат. Были какие-то сомнения по итогу, исходя из того, как складывался матч, из того, как Химки стали играть в начале второго тайма? Ну, нет, мы в перерыве разговаривали об этом. То, что они сейчас выйдут и побегут вперед, что надо забивать второй гол, и у нас получилось. Вы когда-нибудь видели такой гол, который забил Дзюба? Его уже назвали ударом Скорпиона. Я видел красивый гол. Молодец. Ну вы не спрашивали, как он так ухитрился? Ну, парень там под 2 метра, ничего себе так сложился. Молодец, что забил, сложился. Но он не сложился, он просто упал. Не, ну он просто отвечает в последнее время на вопросы про инопланетян. Знаешь, что он инопланетянин. То есть вот я бы хотел продолжить тему. Ну, не знаю, спросите у него, он хороший гол получил. Я давай передать. Можно ли говорить о том, что он после сезона, а там в следующем сезоне будет намного лучше? Сейчас вторая часть чемпионата. Благодаря, опять повторюсь, хорошим сборам и хорошему тренерскому штабу. На чем мотивация заключается в сезоне лично для нас, в ответе, подняться выше уже, ну, понятно, что пятерочку там даже зайти, но ниже уже, чем ваше ну, мы хотим получить выигрывать в каждой игре, потому что первую часть чемпионата мы провалили, и очень много недовольства со стороны болельщиков было, поэтому, наверное, по большей степени радовать наших болельщиков, тем более того, что с вашим здоровьем вы играете? Ну, у меня сломан палец на руке, поэтому приходит. Все восстановление будет стоять после уже сезона? Ну, операцию не буду. Да. Но а так залечить. Что с тем контрактом? Говорят о том, что уже есть встреча с этими представителями? Ну, послушайте, мы сейчас разговариваем про матч, и вы тут задаете про контракт. Ну, совсем это не да, представители работы встречаются, процесс идет. Вы поняли, за что желтую карточку получили? Честно? Ну, вы спрашивали, по-моему, у арбитра, что за что. Ну, он не видел эпизода, видимо, подсказали. Но, насколько я знаю, что при подсказе желтую карточку не дают, за что подали. Правильно? Ему подсказали, что сейчас увидели, я не буду пока делать. Нет, я понял. Это рука, это же не нога, там все страшно. По поводу судейства, у нас, например, по поводу судейства не будет. Мы постоянно вообще. За чего вам удалось так прибавить вот в этой второй половине? Ну, кажется, я не могу сказать, что вы катком идете, но очень прилично. Хорошие фигуры, плюс писали хороших футболистов. Поэтому, в первую очередь, это хорошо фигуры, а не тренерский штаб уверенность. Все, внимание, создавшись на Дзюбе, но очень хорошо выглядит Глушенков. Вы удивлены? По мне нельзя выделять одного игрока. Вся команда имеет спрещенные ситуации. Вы сказали о том, что Галактионов вселил уверенность. Да. Как это было? Это что, это индивидуальные беседы? Это та подготовка, которая у вас была? Что-то такое команда, какие-то мероприятия? Ну, это все в целом. И личные беседы, и ну, я же уже сказал, что мы очень хорошо поработали на форуме. Вам не обидно, что вылетели из кубка? Сейчас бы очевидно, что когда вы решили задачу, что уже не в стыках, вы вполне могли бы побороться за кубок. Нет такого ощущения? Ну, обидно, но ничего, жизнь на этом продолжается. Спасибо большое. Дмитрий, можно вопрос от тебя? Можно детишник с игроками замолвить?